Всем привет, чуваки, с вами я, PandaFX, и Артём Нечаев. Всем привет, чуваки, с вами Артём Нечаев. Да, ну, бля, это было очень похоже. Короче, мы тут сняли пьяного Фишера. О, да. Решили открыть пакцы. Я думаю, что вы смотрите меня уже в январе, надеюсь, что вы классно отметили Новый год. Если вы охуенно отметили Новый год, пишите об этом в комментариях. Если хуёво, то не пишите. Никто не может отметить круче, чем мы нахуярились с Андрюхой. Идите, отмечайте дальше, да. Я рядом. Ты рядом. Давай. Предлагаю выпить за то, что мы классно провели Новый год, я надеюсь. Я смотрю в будущее, понимаешь? Сегодня 28 декабря. Мы еще не отметили Новый год, но я уже верю, что мы отметили его хорошо. Да, чуваки, давай. Я надеюсь, что без ссор, без всякого говна. Вот мир... труд май. Хорошо сказал. Просто они уже получили свои подарки. Заходи на сайт букмекерской компании 1xbet и участвуй в рождественском розыгрыше автомобиля BMW M3. Букмекерская компания 1xbet. Делаем Санте выходной. Там, пока Артём пошел нарезать апельсинки, скажу, что у нас сегодня будет паки за Викинг-лигу, паки по 50 тысяч. И я очень сильно надеюсь, что мы что-нибудь классное так и поймаем. Ибо такой человек не каждый день в гостях бывает. Ну, и я с ним не каждый день вижусь, как вы можете понять. Наша встреча была очень долгой, очень длительной. И надеюсь, что сейчас мы что-нибудь таким выловим. Так вот, друг, раз уж сегодня гость, предлагаю тебе начать с пакцов. О, ты элита 2? Да. 32 победы, братан. 32 победы, знаешь, это сколько? Это, считай, все выходные потрачены зря, я знаю, что это. Давай, первый пак за 50 тысяч, на тебе висит. Давай, давай. Я чувствую мощь в этом джойстике. Блядь, настолько хуёво всё. Ты угораешь, в паке по 50 тысяч нет окон? Ты, блядь, серьёзно? Ладно, давай. Спасибо, EA. Сейчас так надо говорить? Да, спасибо, EA. О! Учись, экранчики, смотрим. Очень учусь. Вратарь, блядь, это явно не Дехе. Лысяра! Это так вкусно. Кушай, брат. Давай, братан. Кстати, многие говорят, что вот Пандос смотрит в зеркало куда-то, вот туда. Ну, я вот туда смотрю, вот сюда. То есть я не смотрю напрямую в вебку, потому что мне приятнее смотреть. Почувствуй взгляд своих подписчиков. Стротман? Ой, блядь, Дероси. Стротман же не итальянец, дурачило. Эх ты, ушастик, дурачина. Давай уже икону вытаскивать. Ну что, просто так здесь обновить? Я зажал 13 пальцев сейчас в себе. Так, смотрим. Это не икона, к сожалению. Так, смотрим. Хош, Криштиану. Испанец опять. Цап. О, это же полностью говно называется. Чувак, что-то паки не очень классно. Потому что я рядом. Выпьем. Ну, наконец-то что-то нормальное в этом видосе. Выпьем за эти прекрасные паки, которые... Которые пахнут говном. Мы тоже с утра будем пахнуть говном, я чувствую. Я не прочь. Давай, братан, я верю. О, боже мой! Какой же я отстойный! Слушай, открывай сам паки, я просто могу наливать тебе и все. Да, давай ты будешь просто разливать. На этом мы договоримся, братан. 81! Да! Слушай, да ты еще хуже, я смотрю на тебя, да. А? Шалабайка. Окна. Давайте смотрим. Француз. Цоп. Канте. Нзонзи. Канте, чувак! Канте, пиздюню! Так тебе надо херачить во время открытия паков, слушай! Вот это заебись, братан! Смотри, в новогодней форме! Дед Мороз, нахуй! 149 тысяч, пацаны, блять! Спасибо, братан. Вот. Ты раньше так не мог? Упоминай почаще меня, а я буду пить, пока ты открываешь. Давай. Раз, два, три. Погнали. Надеюсь, нам это поможет. Смотрим. Это информ. Смотрим. Бразилия. Кто там? ЦП. Алан! Заебись! Алан, это заебись, чувак! Вы охуенно бухать во время открытия паков! Алан, это заебись, смотри на его статы. Практически все статы 80+. Сейчас, песенка кусну. Бля, пизда ты покопинг, чувак. В новом году сразу же покопинг такой охуенно. Чё там? Жалко, печень одна только, блин. Да, вот это, кстати, обидная хуйня так. Понятно, все, расходимся. Так информ? Какой-то говен. Там три информа, там не могло не упасть информа.
какой-то японец. Хотел бы пить в этот момент, дурило. Также, пацаны, я открывал пакетики в коттедже с фиферами, мне дропнулся Гаррет, мать его, Бейл. Вот эта карточка на рынке, собственно, можно продать, можете посмотреть количество обладателей и понять, что это охуенный подарок от eSports на Новый год. 400 тысяч, это более чем заебись. Ну, в общем-то, пацаны, как-то так. С вами был я, PandaFX, надеюсь, вы классно провели Новый год, всех еще раз с наступающим и всем хорошего настроения. Покедова.